Доброе утро, други мои. Продолжаем катать Евротрак Симулятор 2. С вами Олежек Драйвер. Давай, поехали. Так, что у нас сегодня происходит? Забрал полчаса назад я груз. Так, что мы там везем-то? Памяти-то ведь нет нисколько. Угу. Мы везем томаты. Так, ага. Волгоград. Чего? Ага. Ну да, все правильно. Волгоград из Орла. Везем томаты. На славном прицепчике. Шварцмюллер. Чуть-чуть не Мюллер. Так, а что нам надо? Скриншот забацать, да? Да что-то как-то... Ладно, чуть позже. Так, габариточки. Давай мы пока ближний включим. Поехали потихоньку. Дорога не близкая, возможно, разделю этот рейс разделю пополам. Что-то у вас так много, все едете. Аккуратненько выезжаем. Все, погнали. Так, надо по пути, надо где-то заправку надо поймать. Где-то заправочку. А зачем? У меня же полный бак, я же заправился. Совсем забыл. Ах, твою мать, не успеваю. Так, ну тут ничего интересного нету. Ну какой бусик. Рвишечка какая классная, а? Ишь ты. Габаритки оставлю, уже светло, нормально. Успеваем. Не успели. Так, скриншот. Ну, поехали.
Чуть-чуть зеленый не проворонил. Нас сзади еще плохая погода, что ли, догоняет. В зеркалах какая-то хмарка. Облака какие-то там. Так, топливо нам не надо, топливо есть. Топливо у нас есть. Ага. Еще бы на середину дороги вышли бы. Идиоты. Камазик такой, ничего себе, зачетненький, нормально, ехать можно. Четыреста лошадей хватает с запасом. Хватает вполне. Забываем почаще сохраняться. Хотелось бы еще в суровой России, у меня еще карта есть, хотелось бы еще по ней погонять, но она пиратка и на 1.30 только. Но все равно карта очень большая, там, по-моему, R20 что ли. Гоба уже от этой 20-й версии далеко уже ушел, у меня, по-моему, Сибирь 8-я, что ли, уже есть. Ну и карта платная. Это если бы Серега бы сделал бы карту бы не тоннельную. Такую более сетчатую такую, чтобы по одному и тому же, по одной и той же дороге туда-сюда не кататься, чтобы сетка была. Вот тогда бы такую карту я бы купил бы, даже не задумываясь. Один раз по всей длине проехал и все, нет больше ни желания, ни интереса ехать снова опять эту же дорогу. Как говорится, шумаемо-то маемо. Хозяин барин.
Вот как захотел он карту сделать, так он и сделал. Не нравится — не бери. Не катай. Найдется много других людей, кто захочет купить ее. Покупают, катают. Чего бы нет? По длине карты и так уже таких больших размеров. Надо было. Хотя, с другой стороны, с Хабаровска, да. Ой, с Хабаровска до Иркутска. Чего, разве там такая большая сетка дорог? Основная магистраль идет вот это и все. Основная магистраль идет, остальные уже ответвления в одну, в другую сторону, и все. Определенно было бы интереснее, если бы Боба свою карту сеткой сделал. Так, снимочек. Так, все, ехать надо. Едем, едем, далекие края. Хорошие соседи, отличные друзья. Все на такой прицепчик. Для этого КамАЗика смотрится великовато.
Так, там опять круговое. Нафиг я перестроился. Эту дорогу я уже проезжал, как раз рассуждал про неудачно сделанную дорогу, не в смысле, что карта неудачна, а вообще вот вариант этой дороги, как бы в реальной жизни, если такой же есть, слишком близко к левой стенке тоннеля. Можно не габаритом приложиться хорошо. Или объезд искать. Едешь, балдеешь, удовольствие получаешь. Мне нравится. Мне нравится. Я уверен, мне бы даже российский дальнобой понравился, если бы не парочка-троечка, но самых таких серьезных, но это беспредел на дорогах. Дороги говно. То подставщики, то менты. Все тебя норовят обокрасть. Дороги. Менты, подставщики, бандиты и отсутствие сколько-нибудь качественного, хорошего сервиса, что по ремонту траков, что касаемо вот сервиса бытовых условий, отдых, ночлег. У нас огромная страна, нам надо строить тракстапы вот по американскому типу. Ну, разумеется, у нас объем грузоперевозок, наверное, не такой гигантский, как там. Но все равно количество грузовиков на дорогах очень много. Да, у любого дальнобойщика спроси, с кем я разговаривал. Все говорят одно. Менты грабят. Хозяин грабит, диспетчера грабят. А водители остаются самые крохи. Особые умники просто ставки ломают, лишь бы груз забрать.
дебилы. Не понимают, что ломают весь рынок ставок. Ну что, со временем как бы все устаканится. Вся эта дичь пройдет. Будут хорошие дороги. Сейчас, как бы, в принципе, все равно уже много дорог нормальных. Много ремонтируется. Ну, как бы еще достаточно хреновых. Со временем дороги еще лучше станут. Сервис лучше будет. Все это пройдет. Переболеет отрасль вся эта грузоперевозная. Все встанет нормально на колеса и все покатится. Погода-то, походу, жаркая, конкретная. Ну вот, тормознули дяденьку. Хватит, наверное, скриншотов. Красота, пейзажи, природа. Поселочки, деревеньки разные. Хорошая карта. Росмап. Так, что, дождик будет? Похоже, собирается. Вот так и есть. Так, ближний надо включить. Маловато. Второй режим. О, надо третий.
Сейчас как бабахнет гроза. О, есть маленькая. Тихо. Так, давай-ка посмотрим, сколько нам. Так, сколько же нам еще ехать-то? А? Ну, полпути-то я еще не проехал. Давай, наверное, вот где-то. Блин, а где нам встать? Тут заправка. Здесь вообще вставать негде. Нет, есть. Так, если мы тут встанем, это приблизительно как раз посередине примерно будет. Так, ну-ка. Так, нам топливо по пути не надо будет, нет? Заправка с этой стороны вообще не по пути. Так, а потом где-то есть? А, есть, вот. Можно сюда будет заехать потом. Так что, так, давай здесь меточку поставим. Вот так вот. Что нам сюда доехать надо? И можно вставать на отдых. Можно будет вставать на отдых. Так, аккуратней. Нам налево сейчас. Так, я куда на заправку-то заезжал? Зачем? Заправляться? А, кстати, давай-ка я залью сейчас топливо. Точно. Давай-ка зальем, чтобы мне потом заправку не искать. Поехали. Ага. На седьмую передачу такой. Трогаюсь такой и попёрло. Да? Снова полные баки. Отлично. Тихо. Давай. Ну, желтенький.
зараза. Не проскочила. Звук движка не очень-то на камазовский походит. Эти места я тоже проезжал. Скоро у нас будет стояночка, и хватит на сегодня. Ну, в смысле, записывается на сегодня. А так, перекурчик небольшой будет по игре. Прошлый день дождь лил, в этот день опять, сегодня, на следующий день, ну, в игре, опять дождик. Чё так часто поливает? Так, притормаживаем, нам на эстакаду. Что-то есть вот такое вот, согласись, вот, что-то такое притягательное вот, вот в этих вот КамАЗах, вот в таких угловатых, немножко старомодных, что-то есть такое родное, с детства знакомое. Так, у меня стояночка сейчас будет.
Где там наша стояночка? Где маркер? Все тут как тебя обгонять, если ты тут еле-еле тащишься. Че, поворачиваешь что ли? Ну, конечно, я опоздал. Ладно, что у нас там с внешечки, обстановка-то какая, ух ты. Так, конечно. Нормально 400 лошадок тащу, да? Так, вот это я точно не смогу пропустить. Ладно, не стал тормозить уже, проворонил. Пока что-то на карту загляделся. Впереди смотрю, машин нет. Пока что-то посмотрел на карту, так. А вот. Вона. Вона наш маркер. И наш пункт. Пунктик отдыха. Так. Так, нам сейчас направо получается, сюда надо заехать будет, да? Тут можно отдохнуть, смотри, да? Ты гляди. Так, тут легковые стоят. Что, нам там негде встать, да? На, сюда куда-нибудь. Так, ладно, здесь вставать мы не будем. Тут легковые машины, давай сюда на бок встанем.
Сделаем себе небольшой отдых. А потом продолжим. Так, ну что тут, никому не помешаю. Так, маленько надо чуть-чуть выровнять. Так, все хорошо. Все отлично. Выровнял. Вообще ровно встал. Ну, почти. Ты что придираться? Все нормально. Почти. Да, ладно. Что у нас по времени? Так, время почти 3 часа. Но я думаю, можно сделать себе отдых часов так до 4. Сейчас с копейками отдохнем и отлично. Это ладненько. Быть посему. А за сим не прощаюсь. До новых волнующих.